Люди из 90-х. Я думаю, даже в 90-х были люди с определенными моральными ограничениями. Да. Вот, знаете, в 90-х это поколение людей, которые все-таки... Да, советская школа, в ней есть много за что критиковать, но в ней были какие-то моральные барьеры. Uh-huh. Да? Многие те, кто из 90-х, они что-то строили, и потом то, что они строили, они уже как-то не могли это разрушить или украсть, или распилить на металлолом. Продать только могли. Это люди, скорее, вот такой какой-то дикий капитализм на стыке 90-х и 2000-х, uh-huh. когда они... У них нет исторической памяти, они ничего не построили. Как кто-то говорит, собачьи будки не построили. Ну что, а что они построили? Они что, фабрику Карла Маркса построили? Или Линкузню они, может быть, построили? Это советское имущество, которое они путем использования разнообразных схем просто получили в частную собственность. Да? И из этих аппетитов, из этой практики, из этих традиций просто уже продолжили заниматься коммерцией на политике, использовать мандат на преференции, на потоки, на смотрящих и так далее. Ну, у